Добрый вечер, дорогие друзья! Моё имя Ольга Деркач, и я рада приветствовать вас в нашей новой вебинарной комнате. И я очень благодарна вам за то, что вы уделили свое время, пришли сюда послушать меня и мое новое предложение. И для начала небольшая предыстория, думаю, вы о ней, возможно, слышали, о основателе компании Facebook, о Марке Цукерберге. Еще в самом начале он позвонил своим пятерым друзьям и предложил тему, которую можно хорошо заработать. Все пятеро сказали: окей, классно. При этом трое из них не пришли, а двое, которые пришли, на сегодняшний день один заработал 3 миллиарда долларов, второй заработал 5 миллиардов долларов. Поэтому, друзья, у вас сейчас есть реальная возможность быть первыми, потому что речь пойдет о новой компании, компании американской, TalkFusion, в переводе означает «общаемся и объединяемся». И вы знаете, нам очень повезло, потому что президент компании мистер Боб Рейна, он мог запросто продать эти технологии в IBM, в Apple, Microsoft, но он этого не сделал. Он дал возможность каждому человеку использовать эти технологии, потому что это новые видеокоммуникации в реальном времени. И было официально заявлено, что к 2016 году 2 миллиарда человек будут пользоваться этими технологиями. Но вы знаете, мы не ждем 2016 года, мы используем это уже сейчас. И те люди, которые присоединились, используют эти технологии, они могут оставить своих конкурентов далеко позади. И я хочу предложить вашему вниманию небольшой видеоролик о том, как же быстро развивается сфера видео на планете и насколько она популярна. Итак, на сегодняшний день сфера видеоиндустрии развивается огромнейшими темпами, и все лидирующие компании, которые на сегодняшний день занимают лидирующие позиции. Мы с вами все прекрасно знаем Apple, Google, Microsoft, IBM. Это как раз те компании, которые связаны с рынком информационных технологий. На сегодняшний день у нас в компании целых 10 технологий, которые входят в каждый дом, в каждый компьютер, в каждый iPhone. И, ребята, это круче, чем сотовая связь, для того, чтобы вы более понимали, о чем здесь говорится. Я хочу предложить вашему вниманию небольшой видеоролик, в котором вы увидите тех технологий, которые у нас сегодня есть доступны. И далее я более подробно расскажу об этом, как вы можете использовать эти технологии непосредственно для себя.
Итак, я хочу сказать сразу, что использование этих видеокоммуникационных технологий идет грандиозное конкурентное преимущество, потому что вы можете экономить на рекламе, вы можете экономить на зарплате сотрудников, вы можете экономить на телефонных переговорах, вы можете обучать, вы можете увеличивать число своих клиентов. В общем, это просто колоссальная штука. И переходя непосредственно к инструментам, я хочу рассказать о совершенно новом инструменте, который называется Connect. Я уверена, что вы никогда об этом ничего не слышали, потому что на сегодняшний день это инновационная технология, которая имеет 4 международных патента, которые нас защищают. И даже самые близкие конкуренты еще в чертежах не имеют этой технологии, а у нас она уже есть. Поэтому давайте посмотрим небольшой видеоролик, и далее я вам расскажу о ней более подробно. Так, дорогие друзья, насколько классно то, что вы сейчас увидели. Смотрите, для того, чтобы общаться в интернете, мы все с вами устанавливаем какие-то приложения, например, Skype, Viber, WhatsApp, Tango и так далее. Но при этом у нас нет с вами возможности общаться в хорошем качестве или общаться с большим количеством людей одновременно. Платформа Connect, собственно, сейчас мы проводим на ней наше с вами общение. Вы можете общаться в качестве HD, мы с вами можем просматривать видео, мы с вами можем обмениваться слайдами, и мы можем с вами обмениваться документацией, то есть такого раньше не было, и по сути сейчас это является самой инновационной технологией, которая вообще есть в истории интернета. И следующий инструмент является не менее интересным, это видеописьма. Вместо того, чтобы писать скучное черно-белое сообщение или отправлять смс-ки, вы просто можете загрузить видео, подобрать интересный красивый шаблон, который у нас их более 4000, и хотите один, хотите 25 тысяч человек одновременно получают ваши сообщения на свои имейлы. Например, если вы предприниматель, таким образом вы можете оповещать своих клиентов о каких-то новых акциях, о новых каких-то новшествах, которые у вас есть в компании. Если у вас нет своего бизнеса, вы можете просто поздравлять знакомых с днем рождения, с Новым годом. Поверьте, что это более интересно, чем банальные бумажные открытки. То есть это новая сфера коммуникации, это новая возможность оповещать людей и клиентов. Следующий инструмент называется видеописьма. Этот инструмент есть только в компании TalkFusion.
В принципе, это альтернатива обычным бумажным флаерам, которые вот ребята стоят на улице зимой, продают, раздают, да? Смотрите, вы вставляете видео, вы вставляете текст, вставляете какие-то баннеры, можете вставить купон на скидку. И таким же образом ваши клиенты получают ваши предложения на свои почты. То есть не нужно дополнительно тратиться на рекламу для того, чтобы оповестить о каких-то новшествах, о скидках, об акциях. Также можно использовать это как одностраничный шаблон, одностраничный сайт. Я знаю, что многие люди, которые занимаются программированием, которые создают сайты, они тратят очень большие деньги на это, плюс на раскрутку для того, чтобы сайты были в первых рейтингах, они запускают трафик, чтобы больше людей заходило. Здесь же все да наоборот. Мы не приглашаем людей на эти сайты, а эти сайты сами ходят и находят людей и раздают информацию. Фактически очень это классная технология, и здесь тоже большое количество уже готовых шаблонов, либо же компания может сделать ваш собственный шаблон на ваш заказ под стиль вашей организации, вашей фирмы. Следующий инструмент – это мобильное приложение Fusion on the Go. Это единственное приложение в мире, которое решило проблему передачи видео в неограниченном объеме и при этом не затрачивая интернет-трафик. То есть, смотрите, вы загружаете видео и хотите один человек, хотите 25 тысяч человек одновременно получают ваше видео на свои имейлы. Допустим, вот у нас клиенты строительная фирма, и у них подрядчики таким образом отсылают ежедневные видеоотчеты о своей проделанной работе. Но самая фишка здесь в том, что у вас есть отчеты в реальном времени. То есть, вы видите, кто открыл ваше письмо, кто просмотрел ваше видеописьмо, сколько раз и куда оно было перенаправлено. То есть фактически уже на основе этого можно делать какие-то дальнейшие планирование дальнейшей работы. Вот, например, у меня есть друг в Румынии, у него есть своя фирма, они занимаются металлами. Что они делали раньше? Они брали вот эти вот, знаете, большие каталоги предприятий. Допустим, на сегодня они брали 200 предприятий. Они выбирали там, естественно, с контактными данными, и они отсылали на их имейлы большие вот эти вот текстовые рекламные сообщения. И что они делали после этого? Менеджеры садились и обзванивали эти предприятия с нуля, узнавая, просмотрели их рекламу или не просмотрели. Здесь же на основе тех данных, которые они получают, естественно, они будут выстраивать работу с теми людьми, которые проявили интерес к их предложению. Во-первых, это экономия времени, а во-вторых, это и экономия средств. То есть это очень удобная штука. И следующие два инструмента – это самые мои любимые, потому что фактически это замена целого отдела продаж или целого отдела по работе с персоналом. Почему? Потому что форма подписки, которая встраивается на ваш веб-сайт, она фактически собирает вам новых и новых клиентов 24 часа в сутки, чем бы вы ни занимались. А видеоавтоответчик фактически на автомате начинает рассылать вашим клиентам различную информацию о скидках, о акциях, и фактически она продает ваши услуги и ваши товары. И следующие инструменты – это видеоблог, видеошер и Fusion Wall. Fusion Wall – это 3D-социальная сеть или международная торговая площадка. Это тоже очень классная штука. Почему? Потому что фактически это ваш личный кабинет, где вы можете выставлять свои видео. И главная фишка здесь в том, что, например, выставляя свое видео на YouTube, вы человеку даете ссылочку для того, чтобы он посмотрел, да? И человек заходит на YouTube, он видит ваши предложения. А видите, что справа выстраивается колонка таких же видеопредложений от ваших конкурентов. Человеку может быть просто интересно, он зайдет, посмотрит, но вдруг там будет что-то, то, что его заинтересует, и фактически вы можете потерять клиента, а потом попробуйте доказать, что все-таки у вас лучше. Здесь же нет никакой рекламы, это полностью защищенная страница, и там нет конкуренции. И такая функция, как Video Share, она позволяет одним кликом разослать ваше видео более чем в 200 социальных сетей мира. Итак, компания TalkFusion работает фактически 7 лет на планете. За это время у нас есть очень много клиентов из группы Fortune 500. Это группа самых-самых богатых компаний мира, что говорит о надежности и высоком классе тех технологий, которые мы сегодня предоставляем.
Компания работает уже в 160 странах мира. Мы уже не успеваем обновлять этот слайд. И я благодарна президенту компании Бобу Рейна за то, что он дал возможность людям пользоваться такими технологиями, в частности мне, и за то, что мы можем не только пользоваться этими технологиями, но еще зарабатывать на этом очень и очень хорошие деньги. Итак, как же можно к нам присоединиться? У нас есть 4 варианта подключения. Первый вариант – это самый дешевый, называется стартер. Стоимость $125, и мы его еще фактически называем студенческим пакетом. Ну, для тех людей, у которых туго с финансами, да, но $125 может найти абсолютно каждый человек. Вы можете подключиться на пакет Executive стоимостью $250. Здесь доступны 10 технологий, но здесь единственное ограничение в коннекте. Здесь могут участвовать до 25 человек. 5 пользователей могут пользоваться вашими видеописьмами. Вы можете заказать у компании один персональный шаблон для видеописем. Есть пакет элитный стоимостью $750, здесь уже в коннекте до 250 участников, 10 человек могут пользоваться вашими видеописьмами, и вы можете заказать 3 уникальных шаблона для создания ваших видеописем. Ну и, конечно, самое лучшее предложение – это пакет Pro, который включает в коннекте до 500 участников, фактически это уже свой онлайн-канал в интернете. Здесь есть возможность до 15 человек пользования вашими видеописьмами помимо вас. И вы можете заказать один уникальный шаблон видеогазеты. И помимо этого еще и шаблоны для видеописем. И знаете, что мне больше нравится? То, что в компании происходят какие-то обновления, выпускаются новые технологии, новые товары. И фактически на этом пакете эти обновления происходят автоматически. То есть в вашем распоряжении 24 часа в сутки находится целый арсенал. И пакет Pro на стоимость $1500. Итак, мы с вами поговорили о технологиях, о первоклассных технологиях, которые есть в нашей компании. И сейчас я вам хочу рассказать о бизнесе, который дает возможность, используя эти технологии, еще и зарабатывать. Я расскажу о бизнесе, который никак не связан с баночками, растаможкой, загрузкой, привозом и так далее. То есть теми видами бизнеса, в котором обычно есть головные боли, потому что бизнес TechFusion – это легальный, это этичный, это высокотехнологичный и компактный бизнес. И мы получаем здесь вознаграждение по 7 статьям, и я вкратце о них расскажу о каждом. Но для начала я хотела бы сделать заявление о том, что я не даю гарантию того, что вы здесь будете зарабатывать. Потому что если вы ни черта не будете делать, то, естественно, и денег у вас не будет. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую истину. Это не МММ, это не пирамиды. Мы здесь реально подключаем клиентов и за это получаем деньги. То есть это важно понимать. Итак, первый вид дохода – это бонус за быстрый старт. К примеру, вы рассказали об этой возможности своему другу, ему эта тема понравилась, он подключился, и вы имеете возможность получить 10, 20, 60 или $120. Я хотела бы на этом более детально остановиться. Смотрите, каждый день, извините, каждый день мы все с вами что-то рекомендуем. Мы рекомендуем пойти в кино, там, купить определенную модель телефона, либо зайти на YouTube, посмотреть какой-то видеоролик, да, но мы с вами за это абсолютно ничего не получаем. Здесь же, используя технологии, мы можем на этом зарабатывать. Мы можем с вами заработать от 10 до $120. И вам никто не запрещает подключать хотя бы одного человека в день. Но если мы возьмем калькулятор, мы все с вами можем посчитать, какое количество денег мы получим, например, при той же 1000 человек. Но фишка в том, что подписать одному 1000 человек – это сложно. Поэтому вам нужны помощники. В нашем бизнесе вам достаточно всего лишь 2 человека. Не 20, не 200, а всего лишь 2. И смотрите, что происходит потом. У вас есть 2 человека. Скажем, это Иван и Марк, ваши лучшие друзья, которые хотят участвовать в вашем бизнесе, которым, в принципе, понравилось предложение. Они подключились и стали вашими партнерами. Но допустим, что у Ивана есть знакомая Света.
У Светы есть свой салон, она парикмахер, она посмотрела презентацию, и, в принципе, она сказала, да, это классные инструменты, мне не нужны для собственного бизнеса. И Света подключается, Иван получает свои комиссии, и вы получаете свои комиссии. А с другой стороны, Марк. У Марка есть знакомая Катя. Катя, она бедный студент, но она посмотрела презентацию, и, в принципе, ей нужны деньги, потому что она хочет, например, себе купить новые туфли. Катя подключается в систему, Марк получает свое вознаграждение, и вы также получаете свое вознаграждение в размере от 10 до 120 долларов. Но смотрите, какая фишка. И Света, и Катя пользуются технологиями. И они рассказывают об этой возможности всем своим знакомым, всем своим друзьям. И таким образом они приглашают новых людей. И ваш бизнес фактически начинает расти как снежный ком. И это уже невозможно остановить, потому что люди приглашают людей, и они рассказывают о новых технологиях и о новых возможностях. И здесь, на этом уровне, вы можете получать комиссии либо 25, либо 75, либо 150 долларов. Вне зависимости от того, на каком уровне к вам подключаются люди, независимо от того, кто пригласил этих людей, и независимо от того, знаете ли вы их лично. Точно так же начинает развиваться ваша география, потому что вы не знаете, где, в какой стране завтра в вашу команду придут люди. Фактически на сегодняшний день мой бизнес развивается в 3 странах, но лично я там еще даже не была. Еще один факт. В зависимости от того, на какой пакет вы решили зайти, и зависят ваши будущие комиссии. Например, если вы решили сэкономить и зайти на пакет стартер, то ваши ограничения в неделю в районе 500 долларов. То есть независимо от количества команды, независимо от тех объемов, которые она вам будет делать, вы будете получать всего лишь 500 долларов в неделю. Если вы зайдете на пакет стоимостью 250 долларов, у вас будут ограничения в районе 1000 долларов. Если вы зайдете на пакет элитный, это уже будет 25 тысяч долларов. И если на пакет Pro, то это будет ограничение в размере 50 тысяч долларов. Итак, что такое сила удвоения? Допустим, у вас в команде на определенном этапе число людей равняется 10. Фактически это можно сделать за неделю. Итак, у вас есть 5 человек слева, 5 человек справа, и на пакете Pro вы зарабатываете за эту работу 750 долларов. Если же мы вернемся к нашему пакету стартеру, то на этой ступени вы зарабатываете 50 долларов. Ну, на чай с булочкой, в принципе, вам хватит. Если у вас на определенном этапе появляется количество команды из 100 человек, то на этом этапе на пакете Pro вы получаете 7,5 тысяч долларов. Если мы обратимся к пакету Starter, то вы получаете 625 долларов. Вот теперь задумайтесь, в принципе, за одинаковое количество работы, за одинаковое количество приглашенных вы получаете вот такую вот разницу. Я думаю, что мы все с вами прекрасно умеем считать. Итак, какие же бонусы у нас есть еще? Один из моих любимых бонусов – это Mercedes-бонус, потому что здесь есть возможность получать от компании ежемесячно 600 долларов на приобретение Mercedes-а. То есть вы покупаете Mercedes, наклеиваете наклеечку компании, компания вам выплачивает 600 долларов ежемесячно. Также у нас есть возможность 2 раза в год оплачиваемого отдыха на островах Мауи. То есть фактически полгода вам достаточно очень хорошо, усердно поработать, и в декабре или в июне вы можете ехать на Гавайи, греть свои тела со второй половинкой или семьей, потому что путешествие у нас на двоих полностью оплачиваемой компанией. Также на определенном этапе, когда ваш бизнес развивается серьезно, вы имеете возможность участвовать в распределении процента от дохода мирового компании. И, ребята, задумайтесь на минутку, потому что компания Top Fusion – завтрашняя миллиардная компания. Также у нас есть бонусы за достижение определенных уровней, и в компании очень часто проводятся акции, по которым есть тоже хорошие возможности заработать дополнительные деньги. Итак, я уверена, что на определенном этапе каждый из вас задумывался, что работая на работе, получая одну зарплату, далеко не уедешь. Ну, не умрешь, да, но далеко не уедешь.
И очень многие задумываются над тем, чтобы открыть собственный бизнес. Но дело в том, что открыть бизнес в России или в Украине, или в странах СНГ, ну, это очень сложно, потому что только ты об этом подумал, ты уже кому-то должен. Это СЭС, экологи, пожарные, нужно платить за аренду, нужно платить зарплату сотрудникам. То есть не у каждого человека есть такие возможности. Есть возможность купить готовую бизнес-систему. Например, компания Макдональдс. Вы можете купить франшизу за 2,8 миллиона долларов, и вам понадобится 45 лет для того, чтобы вернуть эти инвестиции назад. Инвестиции компании TopFusion максимально равняются 1500 долларов. При этом бизнес не портится, не гниет, не ржавеет. Это высокие технологии. Бизнес развивается в 160 странах мира. И фактически здесь у вас 24 часа в сутки есть поддержка. И главное, нужно понимать, почему нужно присоединяться и пользоваться этими технологиями именно сегодня. Вот смотрите, допустим, Skype в прошлом году он заработал 8,5 миллиардов долларов. Я не знаю, честное слово, на чем он зарабатывает. Точно так же YouTube заработал 45,7 миллиардов. Facebook заработал 100 миллиардов долларов. Ребят, вы каждый день кого-то присоединяете к себе в Skype. Вы даете ссылочки на YouTube, вы публикуете там видеоролики. Вы все время кого-то предлагаете зайти зарегистрироваться в Facebook. Вы сами того не понимая, рекламируете сервисы, которые вам, в принципе, копейки за это не платят. Здесь же вы можете как использовать, так и зарабатывать фактически на этом. Это, ну, вообще круто, я не знаю, о чем можно еще думать. Окей, еще раз вам напомню, как же можно к нам присоединиться. Чтобы стать партнером компании TopFusion, вам достаточно зарегистрироваться, это стоит $30. После этого вам нужно выбрать соответствующий пакет документов, пакет инструментов, например, это стартер $125, это пакет экзекутив стоимостью $250, пакет элит $750, ну и лучшее предложение это, конечно же, $1500 пакет Pro. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам идея изменить свою жизнь? Нравится ли вам возможность в будущем ездить на хорошем автомобиле? Нравится ли вам возможность путешествовать? И скажите честно, из того, что я рассказала, есть ли что-то такое, что вы не можете сделать? Есть ли два человека в вашей жизни, которые хотят хорошо зарабатывать? Я думаю, что есть. Вы можете пригласить их на такую презентацию, либо показать им эту презентацию в записи? Я думаю, что действительно можете, потому что да, это действительно так просто. И я благодарю за вас, за ваше время. Я вам желаю принятия правильных решений, быстрых решений. И я вам желаю преуспевать и процветать. Всего доброго. Сейчас или никогда, TopFusion, это твой шанс на пути к мечтам. Это то, что все ждали, это возможность, бизнес-возможность, не остаться в прошлом. Делай выбор сейчас или никогда, TopFusion, это твой шанс на пути к мечтам. Это то, что все ждали, это возможность, бизнес-возможность. Делай сегодня то, что боятся делать многие. Завтра будешь тем, за кем пойдут сотнями. Сотни мельковал себя и стали сотканы. В итоге стал успешен, круче, чем Тони Старк. Вперед, строго к цели, не глядя по сторонам. Ты говоришь, это опасно, гляди, я не пострадал. Ведь пока ты шел на работу в никуда, мы в то время открывали города. Просто принять решение, раз в жизни стать лучше, тогда возможно, ты станешь лучшим из лучших. Осуществив фантазии про горы баксов, бизнес TopFusion, это шанс в стране без шансов. Делай выбор сейчас или никогда, TopFusion, это твой шанс на пути к мечтам. Это то, что все ждали, это возможность, бизнес-возможность, не остаться в прошлом. Делай выбор сейчас или никогда, TopFusion, это твой шанс на пути к мечтам. Это то, что все ждали, это возможность, бизнес-возможность. Выбор за тобой, верить фактам, либо словам правды, либо в обман дяди, либо ты сам сделаешь свою дорогу в жизни к верхам, либо ты начальник, либо...